Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня мы вновь в гостях у Ольги Чиненковой, питомниковода, ландшафтного дизайнера, с обещанной прогулкой по ее саду. У нас последние дни лета, но это сезон цветения гортензий. Давно их не было на нашем канале, и я думаю, что пора бы уже к ним вернуться и не просто рассказать о сортах или поговорить об обрезке, но в целом и посмотреть, как они выглядят в ландшафте. Причем в ландшафте очень непростом и интересном. Мы находимся на Карельском перешейке, практически на границе с Финляндией. Здесь замечательные красивые скалы. Вот выход камня, участок сложный, интересный, условия, можно сказать, экстремальные для растений. Ну и посмотрим, как они выглядят, как они себя чувствуют, и поговорим с Ольгой. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Да, спасибо вам большое за приглашение. С удовольствием пробежимся, пройдемся, не споткнувшись, нигде по вашему красивому саду. Полюбуемся карельской природой. Давайте. Слушайте, какие у вас красивые, в первую очередь, бросаются в глаза вот эта шикарная конструкция с актинидией, с фуксиями. Да, нам тоже нравится, поскольку мы любим фуксия, это что-то такое вот эльфическое, красивые, нежные, изящные цветы. Это, наверное, единственные цветы, которые мы держим у себя в кашпо. Но на самом деле, что хочется сказать, да, наш участок сложный, вы видите, выход большой скалы, гранитный, перепад с дорогой 7 метров. И когда мы этот участок осваивали, то пришлось сделать очень большую работу, поскольку у нас наверху пески с камнями, грунты материнские именно такие, а внизу вдруг появились глины, и была задача верх понизить, а низ повысить, то мы многие пески сверху увозили вниз, привозили суглинки, делали посадочные места, и уже тогда только сажали растения. То есть большая работа на самом деле проводится. Это так вот хорошо для архитекторов иметь такие участки, для садовников, конечно, это сложный участок. Но зато вот возможность использовать такие разные шпалеры, перголы, в том числе для чего? Мы находимся на холме, вот сам дом находится на холме, для того, чтобы с дороги, когда уже листья опадают, нас было не так хорошо видно. Вот была задумка поставить вот такие шпалеры, у нас их две, чтобы хоть немножечко скрадывать этот вид, чтобы мы могли здесь находиться хоть в каком-то уединении. Потому что когда ты сидишь на холме, да, вокруг тебя дороги, ты, в общем, хорошо виден на этом бугре. Ну, это такая прям у вас садовая комната здесь. Да, да, да. Ну, это такой проход получился дальше в сад, если мы идем в ту сторону. И плюс к этому эта шпалера служит хорошей поддержкой для актинидии, не только для фуксии, но вот актинидия каламикта, тут и мужское, и женское растение, вот оно сейчас уже у нас с плодами. Причем конкретно вот этот сорт мы приобрели в Ропше из тайцев, это номерная была актинидия, по всей видимости выведена у нас в Ленинградской области, но не успевшая получить своего названия, очень устойчивая. Потому что вкусно. И вкусно, да. В тайцах же была площадка сорта госиспытания. Там, наверное, много чего интересного можно было бы найти. Сейчас она уже не работает. И вот получилась такая шпалера с растениями. Сзади нее небольшие кустарники, там и рододендроны, там и гортензии. Ну, пойдемте дальше. Пойдемте, да. Зайдем за угол. Что интересно в таких участках, что ты заходишь за угол, и каждый раз открывается какой-то новый вид. Да-да-да. И тут у нас плитка переходит уже в камень. Это все было специально выложено. Это так, конечно. Но не... камни все не привозные. Все камни наши. Родные. Любая посадка, какая бы она ни была, это всегда вначале наверху, да, вынимаешь огромный валун. То есть если это маленький, то там у нас есть большие камни, которые вынимались уже только с ломами. Но что хочется сказать. Вы здесь видите не только елочку рододендрона, да, еще и дикая черника, дикая брусника. То есть мы максимально на этом участке стараемся вписывать культурные растения в дикую природу. То есть там, где это возможно. Если видите много сосен, ели старые, эти деревья определяют ландшафт, конкретные вот эти маленькие участки. И везде, где можно, мы пытаемся туда вписаться. Поэтому, учитывая, что здесь был черничник и брусничник, как раз... кислотолюбивые растения, скажем так, да, грунты, здесь хорошо себя чувствуют. Конечно, мы создавали всем понемножку еще условия, Но это не было полностью заменой почвы. Как видите, такая бы черника тут не выросла. Конечно, это же микоризные растения. Да. Что хочется показать? Вот конкретно мы видим вот этот сорт Стронг Анабель. И иногда встречаешь и в интернете, и в литературе, что вроде как и разницы-то никакой между ними нету, между Анабель и Стронг Анабель. Но вот хочется показать саму разницу. Помимо того, что большая голова, несмотря на то, что была засуха, и очень сильная засуха, 2 месяца, вот разница в размере цветов. Они уже сейчас, к сожалению, увядают. Но еще это и есть. Слушайте, ну растение действительно очень большое. Мы даже фотографировали. Да, часто встречаю это, наверное, Анабель. Потом отдельно снимем, да? Да. Ну вот видно вот разница Стронг Анабель цветочка и Анабель. Насколько они даже по размеру цветов. Сама шапка намного больше. И листья какие огромные. Это просто лопухи же просто какие-то. И он ничем не кормился. Он вот так у нас вот уже растет несколько лет. И держит голову, несмотря на шторма и ветра, которые были вот после этой засухи. Можно было предположить, что ему будет тяжело в такую засуху пережить на этом холме. Мы поливали, естественно, да, но и после такой засухи он все равно имеет очень крепкие стебли. Ну и это самый конец августа, она еще у вас не вся позеленела, она еще продолжает очень декоративно выглядеть. Но у нас полутень, мы немножечко запаздываем, наверное, с цветением гортензии. Видно, что фантом только... Вот он набирает свой конус, он еще его даже до конца не набрал, хотя думаю, что после засухи он не будет таким огромным, как обычно бывают фантомы. Но и соцветий мы оставляем много, поскольку не любим в таком природном саду видеть гортензию в виде какого-то большого букета в вазе, да, как получается гортензии после низкой обрезки. А когда режешь их, пытаясь создать скелет куста, то есть создавая, мы потом с вами увидим, что получается на другом сорте. Получается много соцветий, да, у кустарника. Они не такие крупные, но зато сорт хорошо вписывается в природный сад. Прекрасно. Естественно вписывается в природный сад. Прекрасно, выглядит очень натурально. Во-первых, сам куст более пышный, он более стойкий, он не разваливается, он никуда не падает. Мне как раз больше нравятся такие именно маленькие соцветия, чем вот эти вот большие, здоровые такие вот грозди. Ну вот, выглядит в вашем вот этом уголке прекрасно, очень органично. Ну и мы смотрим, что да, в этом же углу и горные сосны, и баданы, и все это, в общем-то, мне кажется, неплохо себя чувствуют. Здесь же и злаки, наши дикие злаки. Мы, кстати, там не показали. Там То есть это тоже никакие не посаженные щучки? Нет, конечно, конечно. Это все вот. Тут мы видим и льнянки у нас растут, и подмаринники. Кстати, подмаринники очень красиво цветут в начале сезона. А дальше, когда они уже не так хороши, просто убираются именно сами веточки. Если надо корни, то есть когда это излишек. То есть спокойно можно в одном таком вот миксбордере, да, большом, сочетать и дикие, не сильно агрессивные растения и культурные растения, если, скажем, почвы и условия для них, для всех подходят, именно из одной группы. Но если мы пойдем с вами дальше... Пойдемте, я тоже вижу очень интересную еще одну там древовидную гортензию, но я так понимаю, вы хотите мне еще показать вот эту вот красивую необыкновенную лапчатку. Да, тут у нас мошкара летает, сейчас роится. Посмотрите, сейчас время не только гортензии оказалось. Сейчас хорошее время для цветения лапчаток, тем более после засухи. Они начали активно расти и обильно цвести. Очень красивый нежный сорт Prime Rose Beauty. Красивый именно тем, что хорошо, кстати, сочетается с хвойными растениями. У нас тут их, правда, не так много, вот туя только посаженная, то на расстоянии. Но в различных садах, где мы сажаем и сочетаем их, в том числе с хвойными, смотрится идеально. Почему? Потому что такой серебристый цвет листа и неяркий цвет цветка. Очень приятный, интеллигентный цвет, слегка лимонный. Очень нежный там. Пойдемте дальше. Мы, кстати, не очень много сажаем у себя хвойных растений, несмотря на то, что сейчас большая мода на разные сорта. Почему? Потому что у нас и так хвойный лес вокруг. Хочется его немножечко расцветить. Совершенно верно. Ну, рассказывайте, слушайте, совершенно необыкновенная древовидная гортензия. Да, это сорт, единственный махровый сорт древовидной гортензии, называется High Starbust. Она сейчас уже, конечно, отцветает, уже перешла в зеленую форму. Когда она цветет, это белый цвет. Вот такой красивый, крупный соцветие белых цветов, махровых. У нее совершенно другой лист, обратите внимание. Вообще лист не похож на Анабель никак. Слегка еще шершавый, более вытянутый. Это действительно всегда у нее такой лист. И такой довольно темный еще на фоне этих цветов. Побеги гнутся под дождем, но не ломаются. Это мы немножечко сейчас приподняли. Просто для красоты, конечно, после сильных дождей она легла. но она нигде не поломалась. Вот это хорошо. Но все-таки ее лучше сажать на небольшую подпорную стенку. Мы, я думаю, потом это покажем, что она как раз на подпорной стенке из валунов-то и находится. Да, у вас рельеф участка позволяет сажать те растения, которые вот немножко разваливаются, потому что они красиво разваливаются, вот, и с таким водопадом. Если вы будете, оставлять несколько побегов, это будут очень большие шапки. Но вот мы любители, чтобы было много цветов, поэтому не... это наша собачка, да, приблудившаяся, и уже теперь у нас живет постоянно. Получается, вот не такие крупные соцветия, но зато их много. Очень красивое растение. Ну, слушайте, ну вот это вот, конечно, да. Это вот, мне кажется, люди, которые покупают гортензию, очень любят. Вот это прям классика. Это классика. Это сорт Фрейз Мельба. Все время хочется сказать наоборот, как Ванила Фрейс. Почему-то здесь наоборот она названа. Поэтому Фрейз Мельба. На самом деле она краснеет. И вот тут она уже начала краснеть и становится действительно ярко-красным цветом, таким немножко с оттенком малинового, но все-таки красным. Кончик долго остается белым. Опять же, этот сорт можно выращивать большим букетом, тогда будут очень крупные соцветия. Но, как видите, если создавать скелет, а что такое скелет? Вот как шла обрезка, да, выгоняется немножечко стволик, то есть не надо сразу все всегда под корень. И дальше уже, когда вы выгнали скелет, дальше идет короткая обрезка вот именно этих скелетных ветвей. Такие мультиштамбы. Ну, в общем-то, да. Тогда у вас получается большой вот такой широкий куст, кому как нравится. Ну, нам... ну опять же, соцветия более мелкие, соцветия... но зато куст более сам по себе. И соцветий очень много, опять же. Не надо... Вернее, как, когда мы его обрезаем весной, я, конечно, думаю о том, сколько у меня будет этих веточек. И обязательно убираем всякие слабые веточки. Но уже летом бывает не до этого. Конечно, можно было бы часть слабых убрать и летом, тогда цветение было бы более крупными соцветиями. Но в любом случае, после такой засухи 2 месяца и температура за 30, и без воды, я думаю, больших соцветий бы, наверное, не было. Но опять же, надо показать, что растет она. И вообще вся в корнях сосны. В корнях сосны. Вот большой ствол. Да, сосна старая, ствол этот не обхватить руками. Мы даже думали, что они не смогут здесь расти, если честно. У нас здесь вообще какой-то участок экспериментальный, потому что мы все экспериментируем, а потом сажаем на объектах. Поскольку все время работаем с какими-то природными участками, это какие-то кусочки леса, которые надо перевести уже в приличную, вот, облагороженную площадку перед домом. И вот эти вот все переходы, их очень сложно создавать, когда делаешь ландшафт. Именно как вот перевести, скажем, тот же газон, да, в те же злаки, которые будут расти в лесу. Это будет некрасиво, если просто взять их состыковать. Нужны какие-то переходы, в том числе переходы через кустарники, или какие-то миксбордеры с многолетними цветами, через камни те же самые, и рокарии небольшие. Ну вот один из вариантов у нас тут. Слушайте, я вам хотел сказать, что наш партнер, компания «ЦИОН», да, просила именно вам передать замечательные подкормки для растений, которые они изготавливают. Это... совершенно сумасшедшие, новые, новейшие технологии. Очень новые технологии я люблю. А это технологии, вышедшие из бывшей космической промышленности. Ионитопоника. Несмотря на осень, его можно вносить в любое время года. Есть для хвойных, есть для газона, есть для орхидей, есть для суккулентов. Интересно. Чем, сама эта подкормка работает в течение 3 лет. До 3 лет вносится в любое время года, поэтому я предлагаю попробовать подкормить ей вашу гортензию, раз она сидит у вас под сосной. Думаю, возможно, сосна ее немножечко объедает. Думаю, и конечно, посмотрим, вдруг на следующий год они вырастут. Несмотря на такой скелет куста, будут огромные шапки цветов. Огромные шапки, потому что я всегда верю в чудеса, верю в волшебные подкормки. Ну, да, и вот компания «ЦИОН» обещала, что это, конечно, должно нас удивить. Давайте попробуем. Предлагаю попробовать. Давайте, вы будете сами вносить, как специалист, наверное, будет. Слушайте, я так понимаю, что... Я буду держать ветки. Особенно никаких тут сложностей нет. То есть вносится, как обычное, удобрение, закапывается на 5-10 сантиметров в почву рядом с кустом. То есть мы практически только слегка снимем верхний слой на такой большой куст. Я думаю, что нам понадобится... как минимум 300, а то и 400 грамм этой подкормки. Но не будем забывать, что работать она будет в течение очень долгого периода. Вот. И поможет растению быстро выйти весной, нарастить сильные побеги, заложить хорошие цветочные почки. Поэтому мы не будем жалеть заварки. То есть можно не бояться перекорма, да? Можно не бояться перекорма. Это не удобрение, оно не содержит нитратов, оно не обжигает корни. То есть, ну, я говорю, просто какие-то чудеса. Ой, как интересно, белого цвета, да? Да, оно на основе естественного минерала. Поэтому... Вот что-то мне прямо аж боязно, как-то уже так много. Компанию Европлант заменит вам гортензию, если с ней случится что-то не так. Но я абсолютно уверен, что у нас все пройдет прекрасно. Вот. Кстати, обратите внимание, какая мульча сверху под кустом, да? Да, ну это сосновые иголочки. Да, у да, вас. Все природное. Да. Естественная лесная подстилка. Да. То есть мы специально это делаем, все, что с дорожек собирается после того, как хвоя пойдет с дерева, это все кладется под кусты. Это все естественно. Ну вот посмотрим, да, вот эта подкормка, она прекрасно сочетается с органикой, потому что растение потребляет ее по запросу, берет именно столько, сколько ей нужно, обменивается своими метаболитами, ционами вот этой подкормочки и потребляет сколько ей нужно. Понятно. Останется только немножечко это все полить, чтобы оно уплотнилось и оставалось в почве. Ну, я, кстати, сегодня этот куст поливала, почва влажная, будем надеяться, да, почва влажная, хорошо, да. Да. Дорогие наши зрители канала Европлант Лайф, если кого-то тоже заинтересовала замечательная подкормка ЦИОН, обязательно посмотрите, в описании ролика будет ссылочка, где можно будет почитать про эту подкормку, узнать, как она работает, узнать цену на нее, потому что, возможно, она вас тоже заинтересует. Пойдемте дальше. Так, давайте мы даже далеко не уйдем. Я хочу вам сказать пару слов про эту яблоню. Ух ты, да. На ней очень много яблок. Это, кстати, яблоня зимняя, белорусская, сорт Антей. Опять же, она сидит в корнях этой большой сосны. Мы даже думали, что ей будет плохо здесь. Оказалось, ничего подобного. Ей тут понравилось. Плодоносят каждый год. Яблоки зимние и хранятся спокойно до весны. Очень вкусные. Вот такой белорусский сорт Антей, кстати, белорусская селекция была направлена именно на то, чтобы появились новые хорошие зимние сорта. У них очень много зимних сортов, но мы многие сорта пробовали, и они у нас вымерзали. А вот Антей чувствует себя прекрасно. А можно угоститься яблочком? Да, угоститься можно, но они еще, наверное, не зрелые. Ну все-таки вот, это же зимняя яблоня. Да. Можем только дать с собой. Ну, да. Очень красивые. Да, яблочки, смотрите, крупные, красивые. Ничем яблоня не обрабатывалась. Да. И на них нету ни парши, ни плодожорки. И вообще, как ни странно, да, действительно. И каждый год плодоносит при этом. Важно. Да. То, что у нас есть яблони, мы там потом покажем, которые, к сожалению, хотелось бы их обработать все-таки от парши, но мы все равно этого не делаем, а эту не надо. Ольга, вы не чураетесь по белке, потому что сейчас многие... Да. Вы знаете, мы раньше, пока яблоня была молодая, мы чурались по белке. То есть мы закрывали стволы от солнца различными ширмочками, тканями, это тоже вполне... хорошо действующий. Совсем не обязательно молодую кору белить. Да? Молодое дерево не крупное, его можно просто прикрыть со стороны солнца, с южной стороны. Но теперь уже дерево крупное, мы все-таки предпочитаем его уже белить, потому что кора становится крепкая, старая, ей уже не страшно, да, что она будет где-то немножко закрыта. Но побелка очень хорошая. Она, это не какая-то там краска, даже не водоэмульсионная краска, и она потихонечку, сама видите, при этом сходит. Кора разрастается, ничего страшного в этом нет. Ну, в принципе, эстетика не сильно страдает, нет, мне кажется. Абсолютно не страдает. Все-таки уж если мы хотим сочетать несочетаемое, плодовый сад, да, рядом из декоративной зоны, рядом с лесом, ну, нам где-то надо уступать. Хорошо, компромиссы, они всегда важны. Да. И вот очень красиво, на мой взгляд, цветет сейчас лапчатка. Лапчатка называется флэт-диск, розовая лапчатка. Что мы с ней делаем, это буквально один раз в начале сезона мы ее стрижем немножко под шарик, чтобы она сохраняла свою форму. Ах, вот в чем секрет такой формы. Форма очень хорошая, хорошо сочетается и с камнями, и с кустами. Она гармонично вписывается в этот кусочек, да, посадок. Хорошо свисает, кстати, с камней. Смотрится тоже красиво, хорошо сочетается с хвойными растениями. То есть мне вообще лапчатки очень нравятся. Почему нравится? Во-первых, это длительное цветение. То есть у нас таких культур мало. Помимо гибридов ругозы, помимо гортензии, это еще лапчатка. И согласен, сейчас, тут лапчатки, да. Да, и сейчас время, когда пошла активная селекция, и стали появляться уже махровые сорта. Вот если вы здесь посмотрите, это как раз свежая посадка, этой весной были приобретены сорта. Посмотрите, какой необычный, красивый и цвет, и двойная форма венчика, двойное количество лепестков в венчике. Фактически уже полумахровый сорт, называется лемон-меринга. Да, цвела? Очень необычная лапчатка, таких я не видел еще. Да, цвела она все лето, несмотря на засуху. То есть, если другим было тяжеловато принести такую засуху, ей хоть бы хны, она цвела все время. Сейчас цветет еще больше. И это действительно посадка этого года. Вот такой хороший крупный кустик, лемон-меринга. Ну что, очень хочется показать, конечно, нашу розу Сявел. Обратите... Ну, я думаю, что мы по розам снимем небольшой отдельный ролик. Вы расскажете нам про агротехнику ругос. Давайте. Которая тоже существует, и агротехнику ругос, несмотря на то, что растение беспроблемное, но тем не менее свои нюансы есть. И покажете нам еще те сорта, которые не вошли в наши предыдущие ролики, и которые сейчас у вас тоже в очень декоративном, что необычно для конца лета, виде. Так, пожалуйста, не наступите на крем-брюле. Не вляпайтесь в мороженое. Ну вот хочется показать... Как петрушку? Как у нас растет гортензия в петрушке, да? Почему хочется показать вот эту гортензию? Это сейчас очень модный сорт. Кустик совсем молодой, был посажен осенью прошлого года. Сорт Skyfall. Очень популярный сейчас, на пике популярности. Благодаря такому гиацинтовому соцветию. Прямо вот лепестки немножко выступают, как у гиацинта. Но почему еще хочется его показать? Конечно, кустик маленький. Мы потом продемонстрируем вам, насколько важна обрезка для гортензии. Поскольку у нас этот кустик планировался на объект, мы его обрезали очень рано. Но не состоялась его посадка. Обрезали мы его, как только снег сошел, как только можно было уже его увидеть. А там у нас есть кустик, который мы сажали для себя специально на черенкование. И мы его обрезали поздно, перед черенкованием. Там мы увидим, что нету вообще ни одного соцветия, просто ни одного. Поэтому резать, конечно, обрезка у гортензии, у большинства, да, должна быть очень ранняя в нашем климате. Но вот мне хочется вам показать другую еще гортензию здесь у нас. Она не так часто встречается. Это, как всегда, мы хотели сделать огород, получился питомник. Но у вас, смотря эклектика, да, после гортензии в петрушке, мне кажется, сложно будет чем-то еще удивить. Планировалось все засадить здесь садовой землей. Возможно, вы станете основателем нового тренда гортензии в петрушке. Да, да. Вот этот сорт очень, мне кажется, должен быть популярным, по крайней мере, в будущем. Как кружево. Он и называется Дентель де Горрон. Кружево Горрона. Вот сорт... Потому что у него фертильные цветочки, вот в таких нежных тытиночках. Да, и соцветие немножко еще паникает при этом. Чем он интересен? Тем, что это сорт самый ранний, один из самых ранних. Он зацветает в июне. Когда отцветает соцветие, вот мы видим отцветшее соцветие, и если его срезать, ну, конечно, я думаю, не в конце августа. То есть вот это еще и в июне цвело? Конечно. Вот даже видно, видите, вот было соцветие, оно было обрезано, и он успел вырасти и зацвести. Что интересно, правда? Слушайте, ну это очень здорово, это очень ценно. Это ценно, да. Вообще-то гортензия должна вырастать до 2 метров. Она немножечко паникает, но я не думаю, что это ее сильно портит. Вот смотрите, побег, вот он хоть и паникает, но он себя держит. Я пытался его выпрямить, но он очень прочный. Да, он себя держит, не ломается. Нагнулся, но не падает. И это одна из тех гортензий, которые сохраняют белый цвет очень долго. Да. Мне, кстати, не очень нравятся краснеющие гортензии, если честно. Почему? Потому что не всегда у краснеющих гортензий получается хороший красный цвет в нашем климате. Поэтому иногда белые гортензии, вот, на мой личный вкус, более выигрышно смотрятся в саду. Они его еще и осветляют, прямо светятся в саду. Согласен. Поэтому и вот и белые розы, и бледно-розовые розы тоже иногда работают лучше, чем какие-то темно-красные цветы. Ну, вот тут у вас выглядит, как будто бы, опять же, таки два растения посажено. Снизу одно, а сверху другое. Но я специально, кстати, не стала еще и удалять их, думаю, потому что вы приедете, будете снимать. Нет, это, конечно, интересно посмотреть растения на разных стадиях цветения и развития его, потому что мы же хотим долгого периода декоративности. Я вот все жду, думаю, а вдруг и вот эти вот молодые побеги заложат цветочные... К Новому году. К Новому году, да. Не, ну, может быть, нам повезет, и осень будет действительно очень хорошая. Мне уже не верится, потому что после того, как было 2 засушливых летних, жарких, крымских у нас месяца, да, в Крыму были дожди, а у нас вот вообще не черти что, да, непогода, мы уже не знали, что делать. Резко выключилось лето, и последние 2 недели мы ходили в теплых куртках на синтепоне, и вдруг вот на несколько дней опять стало тепло. Я уже не знаю, что будет дальше. Ну, будем оптимистами. Да. Ну, так, что посмотрим. Это у нас здесь за красота такая? Это вот интересный сорт. Он, к сожалению, сейчас уже отцветает. Тут есть еще пока одно розовое соцветие, хоть как-то розовое. Можно увидеть ее цвет. Это Свит Анабель. Это древовидная. Не Пинк Анабель, а Свит. Это Свит Анабель. Это более уже новые сорта. На самом деле, не будь бы засухи, у него шапка была бы еще больше. И чем хороший сорт, у него очень крепкие ноги. То есть это вообще эти ноги прекрасно держат эти соцветия. Ну, вообще вот прям, смотрите, прям вот... какая толщина, да, вот у ноги. Да, да, для древовидных гортензий это очень ценно, потому что их, можно сказать, ну, да, единственный недостаток, они склонны разваливаться, падать, да, по ним ходишь, их обрезаешь. Эти сорта вот так и выводились с целью, то есть это характеристика этого сорта положительная, что он держит свои соцветия. При этом у него очень красивый серебристый цвет цветов, вот они когда раскрываются, вначале даже бутон слегка красноватый, потом он становится розовым, потом такой розово-серебристый цвет, и опять же он далеко не сразу становится бурым, да, грязным, он вот немножко такой фисташковый цвет приобретает при отцветании. Тоже такой хороший благородный цвет. Вот такая свита. И очень выигрышно, я вам скажу, он смотрится на фоне деснотки. Да. Вот этой вот. Вот опять же, культура, которая разрастается легко, быстро везде и совершенно спокойно забивает любой сорняк. Ну, вот я не знаю, справилась ли бы она со снытью, но с любыми другими справляется. Это... Я нашел черешковую гортензию. Мне кажется, вы вот тут колдуете, Ольга, да? Нет, не колдуем, это мы тут укореняем. Что-то колдуете. Мы ее тут укореняем, кстати, это мы взяли весной от водки и хотим потом у скалы посадить. Мне кажется, будет очень красиво. У нас там есть такое место у скалы, закуток. Я фанат черешковой гортензии. Да, потом по этой скале уже поднимется на нее, на самый верх ляжет и будет, надеюсь, цвести. Пока здесь вот укореняется, в гортензиях просто некуда было больше ее сажать. Нашел. Нашел. Партизан. Так. Ну, куда же нам без голубики? Вот опять же, видите, ель, да? Там черника своя родная лесная, своя родная, не знаю, здесь есть или нет, брусника. Вот это уже брусника сортовая. Если, кстати, посмотреть, наша брусника лесная сейчас уже в ягодах. Да. А вот это вот хорошо ползет, но... Почему-то мы вот нормально ягод здесь не получали, честно признаюсь. Ну как почва... То есть это не те, что вы сами все собрали? Нет, нет. Они даже вот... Знаю, есть... что приеду я. Есть несколько, вот видите, ягодок, но это же не сравнить с нашей, правильно, брусникой. И очень часто она в зиму у нас уходит с цветами. То есть она действительно вторично зацветает, о чем и говорят про сортовую бруснику. Но, конечно, эти цветы уже не успевают ничего нам завязать. Это в нашем климате. Ну, то есть сортовой признак основной вот этой ремонтантности. Да, да, да. Может быть, где-то в более южных регионах она и успеет. Может быть, на более солнечном месте бы она бы себя показала. Но у нас она работает как красивый вечно зеленый почвопокровник. Почему бы нет? Который хорошо растет вот на таких кислых грунтах. Ну, удивительно, что ей хватает у вас здесь воды, несмотря на то, что у вас здесь скала. И, кстати, мы ее не поливали. Да. Что самое интересное, вот под елкой, да, ель же она как раз и... Потому что вот брусника и андромеда всегда они все-таки любят попить-то тоже. Да, любые вересковые любят попить. А ель, мы знаем, да, имеет такую корневую систему поверхностную, которая всегда... конкурирует со всеми посадками. Почему в ее корнях-то ничего особо не хочется сажать? Потому что ты замучаешься поливать эти растения. Если с сосной еще можно как-то договориться, то елка... Особенно если сажать рядом со стволом, так там вообще нет большого количества сасывающих корешков. Корни этой сосны находятся очень далеко. Так же, как корни вот этой сосны находятся вот на этих грядках огорода. Да, причем это впитывающие корни. Да, да. То есть, поэтому здесь очень трудно что-то сажать. Ну вот опять же лапчатки. Не знаю, вот отсюда мы видим... Красивый абац, вот старый заслуженный сорт, ну, который это, сидит, конечно, на подпор... лапчатка. Да, сидит он на подпорной стенке. Кстати, практически не поливались в эту засуху. По-моему, один раз я уже их стала поливать, потому что поняла, так больше нельзя издеваться над кустарниками. Очень красивое крупное растение, цветущее растение. Ну уж не знаю, что еще надо. Дальше у нас там сидит желтенький, это голд тепих, переводится как золотой ковер. Ну, его, наверное, лучше будет снять вот немножко с той стороны. Но он чувствует себя не так хорошо, кстати. Он чувствует, да, но он больше был на солнце. Немножечко от жары-то пострадал. Он был больше же на солнце, да, это ближе к еле, поэтому меньше получало солнышко. Но, в принципе, справились, обильно цветут. Да, ну вот они сейчас, в принципе, компенсируют за те месяцы, когда им было плохо, зато сейчас они, может быть, и выдают им вот обильное цветение и за прошедшие месяцы. Но ничего подобного. На самом деле лапчатка должна цвести и цветет обычно с июля месяца. Это и почти до заморозков. Ну она вот не в этом году я сколько в садах видел лапчатку, у всех она как-то ни шатка, ни валка. Ну вы видите лапчатку, у вас прекрасно, и все вроде в порядке. Да. Идемте дальше. Что мы еще можем показать в нашем неуходном саду? Ну, уже, к сожалению, отцветает. Это сорт, не могу точно сказать, это правильное название, то ли кусю, то ли киушу. Все называют по-разному, да? Да, я понял, о чем вы говорите. Одно время стал очень модным сортом за счет того, что у него крайне мало цветов, и почему-то ландшафтные дизайнеры это полюбили. Потому что в основном цветы все фертильные, а стерильных вот на каждой гроздочке по 3-5 штучек. Зато вот именно такие соцветия хорошо вписываются в природные сады. Согласен. Да, потому что вот эти огромные шапки, как у Ванила Фрейс, но я себе слабо представляю их где-то вот в природном саду, к сожалению. А здесь, ну, надо сказать, что это уже отцветающее, да, растение. Да. Самое главное его достоинство – это то, что это вырастает крупный, до 3 метров куст, да, с блестящими. Ведь таких сортов практически нету. Вот с таким красивым, глянцевым, блестящим листом. То есть куст красив и без цветения. Да. И в-третьих, это буквально, не знаю, там 2 таких, может, 3 сорта теневыносливых гортензий. Не то, что они полутень выдерживает. Полутень выдерживает большинство. Ну, а да, вот кусю считается, что она теневыносливая. И посмотрите, где она у нас посажена. Опять же, вот в корнях ели, которая закрывает ей полностью южное, юго-западное солнце. То есть этот куст получает солнце немножко только с восточной стороны. И ну все. И потом через пару лет он будет по высоте забора. Мы надеемся, да. Это вот у нас сплошные в этом плане эксперименты. Но пока жива, цветет. Эксперимент очень хорошо, кто-то же должен их ставить, чтобы потом мы, посмотрев на это, могли уже применить ваш опыт. Ну, она же не первый год здесь растет, она у нас растет здесь уже 3 года. Нарастает не сильно, но нарастает, как видите, поэтому да, будем надеяться, конечно, что все будет в порядке. Ну, честно говоря, вот эта вот гортензия вот прямо издалека, можно сказать, покорила меня. Вот это, конечно, уже, вот я 1,90 м, а она уже, наверное, 2,5 метра. Просто да, хочется сделать вот такую фотографию, как делают обычно, обняв. Ну, вот это большой, мощный, красивый куст с прямостоящими вот этими стеблями, сильными такими пугами. Которые спокойно держат правильно соцветие. И это размер цветка. Это маленький размер цветка для этой гортензии. Это опять вот засуха повлияла. Сорт называется Magical Starlight. Чем он хорош? Это действительно крупные вот эти стерильные цветочки, у нее вот такого размера, если честно. То есть это еще не максимальный размер? Нет, вот это вот не максимальный. Веточки, наверное, да, да, самые да, крупные. У нас, кстати, сейчас на маленьком кустике в питомнике, вот он разворачивает цветы, он там на хорошем поливе, там действительно вот такой крупный-крупный цветок. И у нее такие же цветы бывают, когда хорошее лето, когда есть полив. Ну, кстати, обратите внимание, эти уже все цветут, а вот соцветия, да, только-только начинают распускаться. Будем надеяться, что ему с водой повезет больше, поскольку уже близится осень. Еще что хочу сказать про этот сорт. Отличные сухоцветы. То есть прямо на кустах. У нас есть фотографии прошлой зимы. Мы оставляли соцветия на кустах. Ничего не разваливается от снега. Наоборот, и не ломаются. И не ломаются. И очень красиво смотрятся такие пергаментные цветы. Если еще потом изморозь какая-то появляется, держится очень долго. Вот именно красивыми. Это очень важно, потому что рекомендуют обрезать соцветия, да, и потом торчат некрасивые палки, а для людей, которые живут в садах круглый год, уже важно выйти, чтобы это было красиво и в ноябре, и в декабре, и в феврале. И если это все будет выглядеть вот действительно вот с этими цветочками, все правильно. Это, конечно, и тоже смотрите, какой красивый глянцевый листок, между прочим, почти как у кусю. Да, да, мне кажется, вот между кусю и, ну, вот, напомните да, еще раз сорт. Magical Starlight. Magical Starlight, вот я за Starlight. Ну, я вас понимаю. Ну, здесь что надо еще показать? Вот, я нашел очень красивый бересклет. Да вы что? Вы его нашли? Да. А я вот думаю, показывать, не показывать, потому что вид... А я его взял и нашел. Да, вид такой не очень. Это, кстати... Я просто увидел очень красивые цветочки, которые да, на самом деле околоплодники семян. Да. А знаете вы, что за бересклет? Это вечно зеленый бересклет. Он очень красиво работает в ракарии. Он красиво свисает в ракарии, кстати, с камней. И еще имеет осеннюю окраску листа. И это такая стелющаяся форма, это бересклет, сорт нано, низкий, редко встречается. Смотрите, как он растет у нас вообще в заброшенном да, состоянии, да, и выживает. Да. Вот да, и каждый раз я убираю часть бадана для того, чтобы дать ему хоть немножечко тут пространства. Видите, вот он, там он есть. Слушайте, очень красивый, я почему-то вот... Я потом вам покажу да, фотографию, какой он на объектах получается, где ему достаточно света. Но на солнечное место, может быть, и не стоит сажать, а вот в полутень для него это идеально. И хорошая почва. Полутень у нас всегда больше, чем солнечных участков. Ну, поэтому растение да, для полутени – это всегда жирный-жирный плюс. Плюс вечно зеленое растение. У нас таких очень мало, согласитесь. Чтобы из зимы выходило с листьями – это очень большой плюс. То есть он остается, листики не становятся темнее, как у многих хвойных, например? Нет, нет, он остается зеленым, все нормально. он может переходить, бывает, в красную такой оттенок, а потом все равно это возвращается в зеленый цвет. Ольга, прекрасная тут композиция у вас. Еще одна выросла под яблоней, несмотря на то, что она как бы это все пытается немножечко задавить. Но несмотря на это, зато у вас вот зацветает клопогон, тут прекрасно доцветает верникаструм, который у всех уже давным-давно отцвел, а вы немножко смогли продлить цветение. Это все магическая сила полутени. Вот дает возможность цвести долго, может быть, не так обильно, но зато долго, это тоже приятно. Ну, растения становятся, во-первых, выше, побеги вытягиваются. Особенно в засуху это, кстати, существенно, потому что влаги получают больше именно в полутени растения, не так быстро испаряется с почвы. То есть, в принципе, не нужно стремиться даже солнцелюбивые растения сажать в полутень. Иногда они могут выглядеть там и более декоративно, чем на солнце, и продлевается цветение, и, собственно, уменьшается полив. Но надо пробовать. Все-таки есть культуры, которые строго светолюбивы. Ну, например, лиственница. Ее не надо сажать в полутень. Лиственницу надо сажать на солнце. Да? Очень многие, скажем так, альпийские растения, это все-таки растения солнечных мест. Ну, даже вот тот же котовник, да, вот мы там видим усина. Ну, не стоит его. Они начинают тогда вытягиваться, истончаться, они не дают хорошего цветения. Но вот клопогон – это растение. Кстати, вот клопогон, самицифуга, это сорт атропурпурея. Видно по его стебелькам, да, они такие красноватого цвета. Вообще считается, что это растение очень теневыносливое и рекомендуется иногда для теневых садов. Но, к сожалению, в тени у нас, в нашем регионе, он просто не успеет зацвести, поэтому его все-таки лучше сажать на солнце, ну, либо полутень, какое-то влажное место, чтобы ему хватало влаги, и тогда вот он выкидывает вот эти вот красивые, такие длинные соцветия, они потом будут увеличиваться, вытягиваться, которые в нашем климате обычно цветут в нормальное лето, не такое, как сейчас в октябре. Бывает, даже не успевают, если ранние заморозки, но в октябре. Но в этом году, мне кажется, это будет цветение уже в сентябре, из-за того, что были такие жаркие месяцы. Да. И какой рост, да, у растений. Это просто кованая чугунная решетка в стиле модерн. Да. Растение очень красивое. Мне очень нравится клопогон. Согласна, мне тоже нравится. Когда цветет, это глаз не отвести. На фоне деревьев, на фоне осенней листвы золотой у многих растений, да, вот эти цветения... При низком солнце, потому что солнышко уже идет низко, он просвечивает эти пушистые белые соцветия. Красиво смотрится. Ох, нагнали в Ольгу романтики. Да. Сразу хочется все и сразу. Жалко, сады у нас маловаты, все не запихнуть. Такие прекрасные крупные растения, конечно, к сожалению, единственное, что требует места, площади. Прекрасно, замечательная герань. Я, когда мы к ней шли, думал, что опять знаменитая розанна, которую сейчас болеют все, все хотят герань розанну. Но подойдя поближе, я вижу, что это какой-то совершенно другой сорт. Да, это тоже гибридный сорт, примерно такого же габитуса и силы роста, но сорт называется Rise and Shine. Кстати, это... Эти слова обычно используются в англоязычных странах по типу нашего, там, скорее проснись, проснись и оденься. Ну да, да? И пой. То есть, будет, да, проснись и пой. То есть вот это rise and shine, то есть вставай и блести, блистай, да. Извините, да, вот такая красивая герань, красиво разрастается, долго цветет, поэтому вообще она должна создавать крупный ковер. И здесь она со временем, наверное, будет забивать нам немножко другие почвопокровные, потому что тут есть флокс. Ну, скажите, Ольга, но она нам очень нравится. Мы ей оставим место. Она просто по габитусу такая же, как розанна. Как розанна, да. То есть по всем своим характеристикам и цветет она также долго. Также долго и в те же сроки. Вот можно посмотреть, вот как раз цветет розанна там на подпорной стенке вот с котовником усиным. Ну, почти что, вот, можно сказать, одинаковый, только цветок отличается. Да, но у этого очень интересный цветок, потому что очень красивые вот такие вот сиреневые прожилки на светлом фоне. Мне кажется, что... Она не заслуженно почему-то забыта и пропущена. Она, может, не забыта, не пропущена, просто реже встречается. Розанна уже очень известный сорт, да, а это, наверное, просто еще пока не пришла в наши сады. Но, думаю, со временем она появится. Ну, после нашего ролика, я думаю, что она появится точно. Осталось только, чтобы вы ее начеренковали и привезли к нам в Европлант. Ну, мы многолетниками-то не очень занимаемся. Все не охватишь. Ну, знаете ли, Ольга, надо. Так. Надо себя заставить. В конце концов, у вас столько прекрасных, замечательных растений. А какой интересный флокс, такого я не видел. Кул Вотер. Видите, у него такие переливчатые цветы, действительно, как холодная вода, да, вот что-то такое. Но он уже тоже отцветает, он зацветает поздно, это хорошее его свойство. Когда уже другие флоксы многие отцвели, он долго продолжительно цветет, и он невысокий. И он, я смотрю, сильно-то не заваливается. Да нет, нормально. Для меня самая главная характеристика, за что я люблю сорта Юрия Борисовича Марковского, который всегда делал акцент на том, что хороший флокс должен... Крепко стоять и выглядеть после дождя да, так же хорошо, как и до. Все правильно. Мне кажется, что вот как раз он хоть и мелкоцветковый, но очень-очень достойный. Ну, единственное, хочу сказать, что вот как раз Skyfall, который вообще не дал ни одного соцветия, будучи обрезанным на 3 недели позже, чем тот. Это вот тот самый Skyfall. Да, ни одного. Так что резать надо рано. Гортензии, если кто-то не знает. Ой, господи, у вас тут и теплицы, и помидоры, и огурцы, и все там плодоносит. Есть картошка. Ольга, слушайте, ну гулять по вашему саду, несмотря на то, что он всего 15 соток, можно много, но я боюсь, что у нас с вами ролик получается очень большой, поэтому я в очередной раз, наверное, напрошусь к вам в гости еще раз. Может быть, вы пригласите нас весной, и мы увидим те растения, которые сейчас уже ушли и спят. А у вас они наверняка есть, и что-то интересное для наших зрителей, что можно подсмотреть и применить себя в хозяйстве. Ну, я думаю, куда же нам теперь деваться? Прекрасно, значит, на этом мы прощаемся с нашими зрителями, но вы обязательно посмотрите наш следующий ролик, который будет про ругозы. Опять же, про ругозы мы не можем никак не рассказать еще раз, потому что мы не все посмотрели, и будет еще рассказ про агротехнику, потому что, несмотря на всю малоуходность ругоз, есть свои секреты. Все правильно. С вами был канал Европлант, Андрей Смирнов и Ольга Чиненкова, питомниковод и ландшафтный дизайнер питомника Террика.